Добрый всем вечерочек. Ну, сегодня я, конечно, удачно зашел. Это я пришел в гости. Значит, начинаю, рассказываю всю историю по порядку. С самого начала. Вот на вот этих двух скутерах позавчера? Да, по-моему, позавчера или три дня назад. К моему питомничку голубиному подъезжают, значит, двое американцев. И восторженно, значит, так это самое по поводу голубей. Но это, к этому я уже привык давно. Я вышел к ним. Что да как, ребят, что такое? Они мне говорят, мы тут живем прямо напротив тебя. Но они фактически напротив меня. И давай приходи в гости. И у нас ферма. И мы любители всего живого, а особенно птиц. И ты приди посмотри. И то и сё, и пятое, и десятое. Ой-ой-ой-ой. И мы хотим тоже завести голубей. И вот я, значит, пришел. Это у них здесь такой балкон, на котором есть вот такой вот колокол. Назначение колокола я пока еще не знаю. Я тут немножко в шоке от того, что я увидел. Ну, в хорошем смысле слова. Вот. Значит, тут живут индюшки, тут живут куры, тут живут гуси, тут живут бойцовские петухи, но никто с ними тут не дерется, не используют их на бои, здесь обожают все живое. Пол спросил, или я могу помочь ему с голубями. Я сказал, что нет проблем, давай я приду посмотрю как. Пока меня здесь два дня не было, я был занят по работе, Пол построил пиджинку. И я пришел, и мы разместили сюда первые три штучки. Hey, Paul, how are you? Very good, sir, how are you? Here is the owner. So, the guy in 2 days, literally in 2 days, built the pigeon coop with the sitting porch. Just have to put a piece of wood. Yeah, a little bit, not much. And it's amazing, I'm shocked. Now, look, we place the birds. It's a beautiful pigeon coop for the birds, okay? He already got the food and water. All going. Here's three of my birds. Old beautiful white hen. Birds. They are beautiful. Thank you. Little black and coffee color, you know? And that's the beginning. Beautiful, yeah. And that's the beginning. Paul, I'm gonna switch to Russian language for my Russian viewers. Yes. So, парень за три дня построил голубятник весь, вот будку построил. Я принес ему три штучки, мою старую белую голубку, потому что она этот год уже, ну, ей летать уже как бы, пятый год она, ее съедят. Пусть она здесь живет и плодит. И кофейного принес, и принес первого маленького черного, ну, это вот как бы первые шаги. Вот эта турка кусала меня за кольцо, я ее назову бриллиант. Ну, в общем, вот так вот, ребята, живут американцы, прямо напротив. Вот живешь, я 23 года живу там, где я живу, а буквально 3 минуты переехать, живут вот эти вот ребята, живет Пол. Пол, how you call those chickens? How do I call those chickens? Yeah, what I mean breed. What kind? These are Rhode Island Reds. Actually, these are Buffets, so they're just, I forget the name offhand, you caught me off guard, but And the ducks? The ducks has name of the breed? They are just what they call ruin ducks, and or mallards, but they are just different breeds of ducks. That's a Cayuga. The black duck is a Cayuga. These are all Rhode Island Reds. These are Buff Orpingtons. That's what they are, Buff Orpingtons. Brand new breed, not really, but just a certain type of breed. They're all a special type of bird in a special type of place. Thank you so much. As unique as your birds, very unique. Yeah, they are unique. Very unique, beautiful birds. Дорогие друзья, мне надо будет... There's birds everywhere, you know, there's just, this place is birds, man. Thank you. Yeah. Thank you. Посмотрите, какой он построил. Он построил себе здесь такую мельницу. А вода приходит из ручья оттуда. Не ручья, там целая река. Вот. Все это используется вот так вот натурально. Нет, ну, вообще, отвал башки. Значит, друзья, я на сегодня закончу, потому что очень много информации. Я здесь буду снимать еще очень много. В общем, большое спасибо Полу за его гостеприимство. Ну и всем привет, всем пока. Вы на канале
New Jersey Wings по-английски, а это крылья Нью-Джерси по-нашему, по-бразильски. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, пишите, как вам понравилось то, что понравилось мне. До новых встреч!